Так, ну и что? Я на месте. Что? Что это такое? Это безумие! Надо уходить отсюда побыстрее! Супермаркет. Надеюсь, там кто-то будет. Тут горит свет. Значит, здесь кто-то есть. Надо обчистить это место. Это не супермаркет. Это магазин мебели. Это очень странно. Это место нужно осмотреть. Да, ничего здесь нету. Надо идти дальше. Нерабочая техника и разная мебель. Блин, здесь есть что-то еще? Сундук. Да, тут ничего нету. Блин, здесь вообще есть люди? Эй, тут кто-то... Привет, ребенок. Я тут понял, ты от свина? Ну, да. Понятно. Фух. Подожди, а что ты тут делаешь? Непонятно, что ли? Я прячусь от монстров, а ты что, еще не видел этих тварей? Тебе плохо слышно, можешь снять противогаз? Нет, не могу, а что? Да, ничего. А ты хотя бы знаешь, что здесь происходило и почему здесь дома пустые? Нет, не знаю, но одно предположение у меня есть. Это все из-за монстров. Кстати, ты знаешь, что произошло с четвертым? Черт, до сих пор не могу забыть это. Что именно? Он мертв. Его труп я нашел. Что? Что происходит? Вроде ушел. Что это было? Поэтому нужно всегда быть тихим и аккуратным. Не издавай лишних звуков. Надо отсюда уходить. Да, ты прав, нам нужно найти еще несколько документов. Поэтому собираемся и выходим. Только бы побыстрее. Разгрузи этот хлам, а я сейчас приду. Я еще не до конца обчистил этот супермаркет. Надеюсь, ты справишься. Да уж. Ну ладно, приступим к работе. Так, ну все. Надеюсь, ворота откроются. Если ты закончил? Да, давай уже открывайте двери, а то уже домой хочется. Да, понимаю, я тоже хочу домой. Надеюсь, этот код правильный. Подожди минутку, и двери откроются. Ты готов? Конечно. Готов к новым приключениям? Еще как готов. Значит, отправляемся. Здесь точно что-то есть. Надо обчистить это место. Очень интересный ящик. Надо бы посмотреть, что в нем. Так, что тут у нас? О, это новая пушка? Ну, неплохо. Подойдет. Так, что тут еще? Коробки. Может и в них что-то есть? Так, ну что? Да, ничего.
Сейчас он будет. В нем тоже ничего нету. Книги, полки. О, это же документы. Неплохой такой домик. Нужно идти дальше. Последний дом в этом городе. Надеюсь, здесь что-то будет. Ну уже откройся. Почему здесь заперто? Это какое-то безумие. Подождите, что это за звуки? Что за фигня? Где он их собрал? Открывайся! Что за... Ух... Что это было? Ты мог погибнуть! О чем ты... думал? Я сам не знаю, что происходит. Я не знал, что эти монстры настолько умные. Ладно, а нам остался последний дом. Давай быстрее его осмотрим и будем уходить. Давай, заходи быстрее и блокируй вход. О, как же страшно. О, какой же он тяжелый. Так, вот теперь они точно сюда не зайдут. Вот так вот. Монстры теперь сюда не зайдут. Можем осмотреть это место. О, здесь есть кровати, можно будет отдохнуть. Слушай, я очень сильно устал, поэтому я, наверное, прилягу. Согласен, я, наверное, тоже. Ой, не знаю, что будет завтра. Надеюсь, все будет хорошо. Где я? Что? Наступил день? Не может быть. И вправду... утро. Эй, просыпайся, нам нужно уходить отсюда. Что происходит? О, наступило утро. Неужели мы выжили? Ладно, давай быстрее уходить отсюда. Фух, как же я рад. Я уже чувствую запах свободы. Согласен, побыстрее бы вернуться домой. Никогда не был так рад. Что происходит? Что происходит? Что-то не так? Я не понимаю, что за... О, почему? Что произошло? Ты где? Что за? Почему здесь монстры? Беги к вертолету, быстрее! Я их задержу! Долбаные монстры, умрите же! Я сказал, беги к вертолету! Черт! Давай, беги сюда! Забудь про меня! Ты был лучшим напарником! Нет, пошли! Что ты делаешь? Нет!